Praise God, church. Praise God, church. Praise the Lord. God put on my heart to share a poem, and it's in Russian, and I would like to briefly translate it. Based off Isaiah 55, verses 6 and 7. Seek the Lord while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. May it be a blessing for all of us. Возможно, ты устал сражаться. Возможно, тебе хочется упасть, забыть про все и просто сдаться и медленно идти назад. Твои проблемы невозможно, никто не может их решить. Люди все как будто слепы, идут, не замечают их. А ты болеешь и страдаешь, врачи не могут вам помочь, лекарства нет, умираешь. Уходит жизнь, и нету слов. Возможно, ты погряз в долгах, и ты не можешь их вернуть. Работы нет и денег нет, и ты от этого устал. Возможно, ты зависим стал от разных в интернете сцен, погряз в грехе, победы нет. Проблем хватает на земле. Наркотики, война, болезни и грехи, они не могут просто так уйти. Но ведь надежды нет на человека. Они не в силе нам помочь. Есть то, что человек не может решить, исправить и освободить. Но есть на небе Бог, и Он всесильный. Его могущая рука не сократилась, не иссякла. Она прекрасна, как всегда. Только Господь нам даст победу, только Господь решит проблему. Иегова наш и наш Спаситель готов прощать и принимать. Как часто мы не верим Богу и забываем про Него. Оставили Его в сторонке, решаем все своим умом. Надеемся на человека, на наши деньги и дела, на мудрость нашу, нашу славу. А где же Бог? Где наш Спаситель? Где наш помощник и учитель? Где тот, кому мы обещали словом, что будем верны до конца? Забыли мы про обещания, и нам так хочется просто жить. Мы ходим в церковь в воскресенье, на этом все. Нам некогда служить. Давайте вспомним обещания и вспомним с Богом наш завет. Как было нам тогда прекрасно. Хотелось Господу служить. Мы всех любили, всех прощали. Долги, обиды и дела. Мы каждый день молились и Библию читали. Что стало с нами в этом мире? Где вера наша? Где дела? Где стойкость наша? Где посвящение за имя Господа Христа? Пора проснуться нам, друзья. Пора нам Господу служить. Конец так близок, так реален, что нету времени так беспечно жить.
прийти к Христу с открытым сердцем. И Он поможет, друг, тебе, решит исправить все проблемы и силу даст тебе идти. И ты, христианин усталый, ободрись и встань. Отдай Христу все свое сердце. Возьми свой меч, и хватит спать. Господь дал все нам для победы. И грех не властен над тобой. Будь верен Богу в обещании и побеждай врага кровью Агнца. В ней есть большая сила для тебя. Свидетельствуй ты до конца. Аминь.